Подожди, давай парочку для обезболивания. Давай, ешь, ешь. Достал чем, да понюхай. Ешь все, что найдешь. Красненький там, да? Корвалол, нет. Да. Спирт. Не хочу красненький. Давай спиртом зальем. Вколоть, вколоть, есть чего? Валидол. Ты так налей на это. Что ты обманываешь-то? Я всегда больно, не люблю спасибо. Какое больно? Перекись водорода, она даже не щипит. Я некрасивая. Я совсем некрасивая. О, смотри, сколько грязи выходит сразу. Тебе симметрично сзади и спереди такие два. В смысле сзади? Сзади ожоги. Ладно, перекись, в натуре же не больная. Чё ты? Перекись сзади не больная. Она просто прохладненькая. Она просто холодная. Да реально, перекись, она не щипит, Марина. Я ненавижу, надо подуть. Это мне больно. Подуйте. Вон, Юля, дует. Тряпочку. Наждачка. Борис, спасибо. Борис, Марина. И пластырями так. Раз, два, да, три, ты... пять, восемь. Сходила Марина. Ну тебе в этом месте не одно. Не надо. Ну там все сёрка. Не-не-не, это вообще не видно. Ну чё, кровь течёт, ты видишь? Потерпи. Не маленькая. Ты как маленькая? Я ненавижу, когда мне больно, потому что... Да тебе не больно, ты обманываешь. Ты же врач вообще, слышишь? Кто врач? Врач? Она врач. Ну, рвач там, я не знаю кто. Еще и под машиной. Расскажи зрителям, что случилось. Не могу. Ну да, только без мата. Макс, расскажи ты. На видео снимаешь? Да, сама. Марина летела километров 70, короче. Я сам удивился, я сзади ехал. Километров 70 просто, в смысле, расстояние пролетело? Да. Откуда до куда? Это было... 70 километров это до Гатчины примерно. Нет, ну она с Гатчины, в принципе, и ехала, наверное, до 70 километров. Вот, что было? Машина выскочила из прилегающей территории, Марина под нее залетела, перевернула. Марина залетела? Встала вот так вот. Мразь, выходи из кабины. Он испугался. Он испугался, короче, сел, уехал, убежал, все. Ну, а сейчас мы видим следствие. Причину ты знаешь. Тормозить нихера не умеешь. Зачем ты на камеру это говоришь? Я живая, правда. Это все от меня. Блин, это перекись, а. Это кожа. Давай залепим. Не надо ничего. Давай пластырем залепим эту дырку, чтобы открывать. С кожей, с тремя слоями. И зеркало вот так. Ну там волос-то нету, что там открывать-то не больно. Нет, ну кожа-то все-таки... И что, волос-то нету? Винтеластичный, маленькая еще не пользуется. У тебя потом синяк будет такой, знаешь, сначала синий, потом желтый. Красота. Так он уже синяк, по-моему. Ну да, синяк. Я завтра пойду в длинные-длинные юбки. Юбка в пол? Вот если бы за мной кто-то следил... Опять я виноват, конечно. Ты великолепна. Марина, это было просто супер. Видите, как хорошо ехать? Классная. Открой рот. Что это такое? Гамбургер, что ли? Это чтобы... А, это разбивается? Типа лед. Холодный становится. Кстати, тебе не помешало бы сейчас холодное приложить? Не надо. У тебя гематома будет такая, что потом... Спасибо большое.